Добрый день. Вот сегодня погодка такая красивая. Я дома немножко прибрался. Сейчас, пока что-то начал думать, да, я такой двигатель соберу. Вот когда крышка у меня лопнула на снегоходе. У меня стоит, конечно, двигатель другой. Новый стоит, вездеход, но вездеход покупал. Поставил себе. И решил сейчас собрать двигатель снова, подготовить. Так, вышел снимать, ну, камеру у меня подсела. Вот, пока камера заряжалась, когда процентов зарядилась, решил снег прибрать на снегоуборщике вот таком. И вот так вот сейчас будем двигатель собирать. Пришла крышка, новая крышка. Вроде такая. Такая крышка. Так, где-то крышки достал подшипники, сальник. Этот подшипник доставал 202. Как думаю, достать? Сделал болт. Так вот, раз туда. И внутри надо доставать подшипник. Кто-то стоит. Туда ставил, так болт оттащил. Ставил туда. Раз, туда заложил. И втулку подшипник подложил и гайкой болтом выдавил оттуда подшипник. Так, все штифты все достал. Прокладка стоит алюминиевая тут. Так, эта крышка лопнула. Так, где она? Видно вот. Вот видите, это трещина, видно будет. Вот она. Пошла трещина. Сломался. Так вот побольше и приближе. Так, тут вроде не видно и не дальше. Ну понятно. Вот. И трещины, и такой брак какой-то. Прилив. Ладно. Сейчас записываю вам подшипники, все, и будем собирать. Так, подшипники допрессовал. Пока крышку доставал, у меня выпал полулитировочный вал. Вот это. Сейчас перекосило немного и я выдернул оттуда. И вот надо сейчас искать метку. И метки нигде, вот по этим двигателям нет, и вот метка стоит. Вот, вот так вот, вы видите. Кто-то будет разбирать там. Вот она метка стоит на зубу. Так сломалось. Вот так фиксировать. Видите, метка стоит. Вот. Промятина такая, точка. Точка стоит. На зубу. Аккурат по краю. Тут. И. Так вот. И вот метка стоит. Эти метки надо. Не совпали. Так, одной рукой неудобно. Сейчас и поставим, потом покажем. Вот, наверное, видно сейчас будет. Так. Вот эти метки создают. Так, сломалось. Видите, там. На зубу, а тут межзубье стоит. Вот метки. И тут просто, тут-то вот метка видно. Где, и вот тут на зубу тоже видно. Вот. Метки сходятся. Все, сейчас ставим прокладку. Что-то герметиком не намажу, так не знаю. Или намазать ли. Холодно на улице, застынет, нет он. Хуже пойдя наделаю. Ну, сейчас поправлю немного, изогнула. И буду собирать. Все, двигатель собрал. Поставил бак, глушитель. Так, залил бензин. Все, первый раз залил бензин в этот бак.
вставил так, так, все. Открываем краник. Там. Так. И пробуем заводить. Так, уходим снова. Бензин не поступает, все плохо. Вот, не нагрел. Холодно еще. Бензин не поступал. Ладно, сейчас разберемся. Так, все, двигатель собрал, маска сперва бежала, нагрелась, перестала бежать. Похоже, стала на свое место, притерлась. Так, капельки пошла на холодном, потом все перестало. Ой, сейчас ничего не бежит. Прогрел немного, потряс вот как-то, работает неравномерно, конечно, работает. Ну, свечку надо проверить, у меня еще... Так, как бы не обращать. Там еще колпак стоит, этот железный, на свечке. Надо ее выбросить.
Ну что, может, карбюратор, ну не знаю, что, как-то потраивает вроде, я думаю, что из-за свечки. Ну прогрелся, вроде получше стал работать, но все равно как-то вроде бы потраивает. Вот такая вот у нас дело история. Я говорил, крышку заварить, можно, конечно, заварить, что я. Да, конечно, заварить, вот, тут зачистить. Где-то тут трещина идет. Ее заварить можно. То, что стоит для того, что ее заваривать. Аргоновая сварка очень дорогая. Крышка у меня вышла с пересылом. 1700 вышла. Вот. Заказал ее. Где-то мне еще крышку привезли вроде. Написали. Все, ответа не, никакого ответа не было уже давно. Я что-то думаю. На нас так плюнули на нас, что и решил, на сайт зашел, там написал, и мне в течение недели крышка пришла домой, принесли крышку вот по почте. 1750 ли обошлась вот так вот, и все. Мне сейчас заморачиваться там и ходить сварщиков уговаривать, ничего, да, я думаю, не дешевле вышло бы варить. Еще угадали или не угадали, где тут заварить, она пошла, как-то трещина. Вот. Так что, можно цвет мед. Лучше выписать новую крышку, поставить и забыть. Все, двигатель готов, можно сказать. Ну, нашу свечку посмотреть. Тогда, когда я ковырялся, клапана ковырял, что-то думаю, что-то зачем я, что-то я не помню, зачем я клапана начал смотреть. Вот. А, шум какой-то появился у меня. Думаю, дай клапана проверю. Он перегревался, похоже. И вот я клапана подрегулировал, вроде стало нормально, а масло полетело уже. Или на том. Уже напомню, на ком двигатель, по-моему, на этом дело смотрел. Вот. Все нормально, так что метки вот. Все там. Смотрел, думаю, как метки, как поставить. Казалось, все просто тут поставить, все собрать. Все. Ну, недолго все это сделай. Так что ладно, всем пока. До новых встреч на канале Сельские Бузы. До свидания.